Ваше превосходительство. Чином высокоблагородный. Молодец собой. Недавно наследство получил в 300 тысяч, я думаю. Потому как одни проценты 26 тысяч составили, значит, каков основной капитал? А сколько ему лет? Вот не спросила. Ну, думаю, так лет 35. Представительный мужчина. Я так полагаю, солдафон. Все время в полку, среди мужичья, где же ему было набраться манер? Рядом с ним наша Катенька. Чистая, тонкая, нежная. А все из-за него. Отец называется. Вот никогда ему этого не прощу. Миша Лычков. Прелестный молодой человек. С большим будущим. Уже сейчас чиновник по особо важным поручениям при его высокопревосходительстве. Ну, об Мише, ну, какой разговор? А вот Федор Петрович, доложу я вам. Жених незавалящий. Вы меня много лет знаете. У меня глаз меткий. Не станет он Катеньку обижать, не станет. Очень великатный человек. И с таким серьезным понятием. Твоими бы устами да мед пить. Софья Васильевна, голубушка, я ведь Катеньку как родную люблю. Но ведь ни за какие ковришки я не соглашусь ее в несчастье видеть. Я для нее как для себя. А хорошо бы как-нибудь случайно на него посмотреть, будто бы невзначай. Так прямо в вашем доме чего ж лучше? У вас ничего такого продажного-то нету? Продажного, право, не знаю. Ну, я не знаю, экипаж какой-нибудь там, коляска, лошадки. Ну, что-нибудь. Лишь бы у него причина была к вам в дом появиться. Ну, как бы за покупкой. Вспомнила. Петр Григорьевич как раз хотел дорожную коляску продать и пару лишних лошадей. Ну, вот и случай. А когда ж? Завтра. А что откладывать? Такой человек мешкать нельзя. Посиди здесь. Я к мужу, а то мало ли что ему в голову взбредет. Тебе кофе или чай? Да я и так посижу, не барыня. Ну, коли не затруднить, так чайку. Дуняша, чаю выпейте с авишней. Я слышала, что вы хотели продать дорожную коляску. Так я нашла покупателя. О, с каких пор вы стали интересоваться подобными делами? Так вы желаете продать коляску? Ну, в общем, был бы не прочь. А кто покупщик? Один драгунский офицер приехал в Москву из полка получать в опекунском совете деньги по наследству. И много ли денег?
тысяч, я думаю, около 300. Откуда он вам знаком? Я видел сегодня эту даму в чепце. Уж не жених ли это для нашей Катеньки? Очень может статься. Вы сегодня хорошо выспались, Софья Васильевна? Может быть, у вас мигрень? Продолжайте в том же духе. Меня уже не задевают ваши оскорбления и насмешки. Драгунский офицер из полка. Да что он видел там в своем полку? Я представляю себе эту рожу. Но вы же сами изволили распорядиться насчет Катеньки. Я имел в виду человека нашего круга. Василиса Савишна очень высоко его характеризует. О, ну, для самой Василисе Савишне он понравился. Так о чем толковать? Какая к черту коляска? Давай прямо под венец, дело с концом. Вы, я вижу, сегодня не в духе. Так мы поговорим об этом в другой раз. А чего же в другой? Хотите продавать коляску ради бога, но не с дочерью в придачу. И это мне говорите вы? Извольте молчать. Вы отдали свою старшую дочь старику за вексель в 50 тысяч. А завтра, когда вы снова проиграетесь в клубе, вы будете готовы отдать Катеньку любому встречному, лишь бы он заплатил за вас долг. Извольте завтра перед обедом быть дома. Продажа коляски — мужское дело. Хоть здесь выкажите себя мужчиной. Вас, сударь, сразу виден поэт. Вы знаете, я даже запомнил кое-что из вашей поэмы, которую нам вчера читали. Неужели? Да-да. Везде, где есть судьба и люди, везде они враги мои, и ласки нежной семьи моей не успокоят груди. Сильно сказано. А где ваш альбом, сударь? Вы знаете, мне очень лестно. Нет ничего сладостнее для поэта, чем слышать свои стихи из уст других людей. Позвольте. Пожалуйста. Вот. Что? Прошу. Благодарю вас. А можно мне прочесть? Ну, разумеется. Но имейте в виду, что это экспромт. Фантазия. Ага. У вас много чувства и огня. Вы очень нежны, очень милы. Но в отношении меня у вас отрицательные силы. Вы свет, а я похож на тьму. Вы веселы, а я печален. Вы параллельны ко всему, а я напротив, вертикален. Корнет Леонов просит принять по ремонтерским делам. О, как это хорошо! Сколько гостей, проси. Проси. Корнет Тверского драгунского полка Леонов. Помещик Левандовский. Очень приятно. Очень рад. Много наслышано о вашем замечательном конном заводе. Имею доверенность на приобретение лошадей. Милости просим, дорогой поручик. Проходите, чувствуйте себя как дома. Вы, офицер, лишены прелести домашнего очага. Так хотя бы на краткий миг
вкусите домашней жизни в нашем доме. А у нас гостит второй день еще один покупщик. Поручик Трицкий. Бог мой! Какая встреча! Как я рад! Ни в одном романе не придумаешь! Молчи, молчи, только дай мне, потом все объясню. Бог мой, какая встреча! Господа, вы не поверите. 2 года назад мы с Корнетом стрелялись на 20 шагах. Боже мой! Да, да, видите шрам, сударыня? Только доктора и спасли. С тех пор, как братья. Я понимаю. Вы нас простите, сударыня, но нам надо пройти в мою комнату. Конечно, конечно, идите, вам надо столько. Пойдем. Сказать друг другу. Сударыня. Пойдем, пойдем. Как-то романтично и загадочно. Я прям вся дрожу. И все-таки, сударыня, что это означает? Вы параллельны ко всему. Стреляли. А я, напротив, вертикален. Пойду распоряжусь насчет ужина. Вертикально. Черт, значит, что такое? Я велю всего. С какой стати? Простите меня, ради Христа, Корнет, простите. Я здесь инкогнито. Вы могли меня случайно разоблачить. Еще раз приношу свои извинения. А это действительно вы? Да кто же еще? Присаживайтесь. Я когда увидел вас, думал, это оборотень. Да? Ну вот вам крест. Знаете ли вы, что вас исключили из списков и показали в числе умерших? А с чего вы взяли, что я приставился? Ну как же. 2 недели от вас никаких известий. Полковой командир отправляет меня отыскать вас и принять команду и ремонт. Так. Приезжаю в Бердичево, нахожу команду, которая преспокойно живет в квартирах и ожидает своего командира. И денщик ваш Степан там же. Где Василий Павлович, спрашиваю? Ускакал, говорит. 2 недели как ускакал. Вскочил на коня и ускакал. Куда, спрашиваю? Я не могу знать, говорит. В очень расстроенных чувствах ускакал. Ну, я к Становому. Подняли людей, искали 2 суток. Наконец нашли на берегу Тетерева вашу фуражку и решили, что утонул или утопился. Я так и доложил. И правильно доложили, Корнет. Правильно. Потому как я больше не человек. Я тень. Только не рассказывайте никому, что вы эту тень видели. А то как бы мне, не дай бог, кол в спину не вколотили. А что случилось с вами? Долго рассказывать. Проиграл я все полковые деньги, Корнет. Все 15 000 проиграл. Благо бы в честной игре нет. Облапошили меня. Обвели вокруг пальца. Хотел застрелиться. Осечка. Хотел утопиться. Как назло, плаваю хорошо. Решил стать тенью. Как-то странно все это. Да ничего не странно, Корнет. Ничего не странно. А теперь в Москву. В Москву. В Москве невест богатых. Женюсь, разбогатею. Полковые деньги все до копейки верну. Тогда не стыдно будет товарищам и в глаза смотреть. А только до этой минуты никто не должен знать, что я жив. Клянитесь. Я думаю, моего слова будет достаточно. Вполне, Корнет. Вполне. Ну, а теперь я покидаю этот гостеприимный дом. А вы оставайтесь, Корнет, оставайтесь. Хозяйка дома, Татьяна Ивановна, очаровательная женщина. Кстати, ее спальня здесь недалеко. Прямо по коридору и направо. А что же я хозяевам-то скажу? Ну, скажите, что опять поссорились, что будем драться. Да сочините что-нибудь, Корнет. А я по-английски. Иван? Да. Чего тебе? Вы тут, брат, получше. Ну, получше.
Вот ты. Денег дерут. Мебель-то не хуже полковницкой. Мебель, да, хорошая. Сидеть хорошо, покойно. Вставать комиссия. Машину-то внизу слушал. Чего только люди не удумают, барин. Какой черт принес? Не заперто. Ну, здравствуй, князь молодой. Поклон тебе. Хлеб да соль. Это вы. Извините, я не совсем одет. Да уж, прошу покорно, оставайтесь как есть. Ну, чего со мной церемониться? Прими хлеб да соль. Неудобно, право. Тратились. Обычай. А тебе с чайком очень хорошо будет, свеженький. Иван, чаю спроси. Вы уж, Федор Петрович, извините меня, что я к вам в такую рань, но дело-то вон как закрутилось. Во-первых, у Дашеньки моей с этим родственником, у них все уладилось. Они вчера, как узнали, что вы съехали, сразу за ум взялись. Ну, слава богу, я очень рад. Теперь, во-вторых, была я в том доме, о котором вам рассказывала. Говорила о вас. Сегодня где-то, ну, после обеда, они вас ждут. Нет. Нет, как же так? Я не готов. Ни с того, ни с сего. Да и барышне я не понравлюсь. Это как же, это, сударь мой? Вы вот такой вот девушке не понравитесь. Военный герой. Кресты-то что, за даром, что ли, дают? А сколько ей лет? Да уж 16. Я и в отцы гожусь. Нет, не упрашивайте, не поеду. Федор Петрович, разница самая подходящая. Наша сестра быстро стареет. Через 10 лет вы с женой вот, вровень будете. Она, я думаю, образованная. Что есть, то есть, не Дашенька. Ну... Мы сегодня ведь не на смотрину поедем, а коляску покупать. На кой ляд мне коляску? А не хотите, так не покупайте. За погляд денег не берут. А заодно с семейством обзнакомитесь. То да сё, знаете, у нас в Москве как. Посидите редком, потолкуйте лотком. Ну, если я покупщиком явлюсь, вроде ничего. Можно это. Да, вы как-то скоро все, как на абордаж прям. О чем брали? Это было 3 года назад. Ну, откуда мне помнить? Левую рессору меняем? Левая-то рессора. Сразу видно, не родная. Ничего, топорная работа. Где с такого коновала нашли? Ой, я в эти дела не вникаю. Этим кучера занимаюсь. Это я не одобряю. Надо самому экипаж проверять. Ну, как что случится. Там кони понесут, а на дороге колдобина. Да, тут до беды недалеко. Сколько хотите за коляску? Прав, не знаю. Да сойдемся в цене, я думаю. Вот, познакомься. Моя супруга, Софья Васильевна. Штабс-ротмистр Яликов. А как ваше имя и отчество? Федор Петрович. Федор Петрович, не откажитесь отобедать с нами. Для меня это большая честь, сударыня. Вот и прекрасно. А о коляске после сговоримся, не к спеху. Прошу вас. Вы, вероятно, недавно в Москве? Так точно, по делам. По делам службы? Так точно. Нет, виноват по наследству. Вероятно, тяжко? Никак нет.
получать наследство. Из совета? Так точно. И не встретили затруднений? Кажется, большие суммы временно приостановлены выдавать. Так точно. Проценты пока выдали. Вы намерены вернуться к службе или останетесь жить в Москве? Ожидаю отставки. Получил также по наследству имение в 300 душ. Намерен в нем поселиться. В какой же губернии? 50 верст от Москвы по Калужской дороге. Где в Москве побывали, сударь? Что видели? Да пока, считай, нигде. Вам нужно взять ложу в театре. Вы любите театр? Не знаю еще, сударыня. Интересно. От чего же не знаете? Не приходилось бывать. Но этого не может быть. Неужели там, где вы служили, нет театров? Никак нет, сударь. Соломей у нас обожает театр и не представляет, как можно жить без него. Видимо, можно. Может, и без книжек можно прожить? Книжки вам читать доводилось? Все больше военные, уставы, наставления. Ну, это, конечно, книжки умственные. Ну, коли вы театром не интересуетесь, осмотрите достопримечательности. Царь-пушка, по вашей части. Что ж удивительного в пушке? Пушки я видал, разные. А это с дом. Пушка, она и есть пушка. Ну, посмотрите тогда Ивана Великого. А это что такое? Колокольня в Кремле. А почему Иваном называется? Я не знаю, право. C'est un vrai ours. D'où il est venu? А где вы учились? В Москве или в Петербурге? Не доводилось учиться, сударыня. Родители мои умерли, когда мне 3 года было, царство им небесное. Меня взял дядя, который мне наследство оставил. Пьяница был, царство ему небесное. В 13 лет юнкером в полк определил, с тех пор служу. Какой ужас. Нет, сударыня, я свою жизнь неплохо прожил. Повидал, дай бог, каждому. А кругом все лошади и солдаты, солдаты и лошади. Вы правильно изволили заметить, сударыня. Однако не так просто сделать, чтобы и солдат был исправен, и лошадь ухоженной. Для этого тоже кое-что надо бы знать. Соломей вовсе не хотел вас обидеть, Федор Петрович. А я обижаться не умею. У нас, говорят, на обиженных воду возят. А что вы делаете вечерами? Как проводите в полку свободное время? Да, честно сказать, за день так наломаешься. Дай бог до койки дойти. Но ведь все одни и те же лица. Родными становимся друг другу. Знаем друг друга, как облупленных. Знаем, кто на что способен. Это в бою, ох, как важно. Папенька, у меня голова разболелась. Позвольте мне уйти. Нет, туда я больше не ногой. Они там по-французски изъясняются. На фортепианах играют. Куда я с моей рожей-то в калашный ряд? Ой,
Да ну что же вы так себя изводите, ваше высокоблагородие? Ну и что, что по-французски разговаривают? Ну и что, что на фортепианах играют? А вы вон по-турецкому знаете? Говорить не говорю, понимаю. Я к невидаль по-французски говорить. Ты по-турецкому пойми. Вы мне лучше скажите, как вам девушка, ваше благородие? Какая из них? Старшая или младшая? А которую вы выбрали? Если честно сказать, обе хороши. Старшая, конечно, будет повидней, но сразу, видать, язва. Все поддеть меня норовила. Мою необразованность выставить. А младшая? Младшая, чувствуется, душа добрая. Да. Девочка совсем. Хотя, конечно, при соответствующих для девушки формах. А я вижу, вы простачком-то только прикидываетесь, да? А людей, ух, насквозь видите. Ну, говорите, говорите, какая больше полюбилась. Обе хороши. Черт ее знает. Я для них кто? Мужик неотесанный, солдафон. Я думаю, они со мной бы и разговаривать не стали, кабы я наследство-то не получил. Ой. Вот вы меня, Василиса Савишна, спрашиваете, какая из них больше нравится. А я вам так скажу. Я человек влюбчивый. Свою жену обижать не стану. В жизни меня много обижали, пока я слабым был. Знаю, каково это, когда тебя каждый норовит обидеть. Только вот обидно. Обидно, Василиса Савишна, знать, что тебя не любят. Или презирают. Знать, что супружеская ложа с тобой за деньги делят. Тут либо сам удавишься, либо, что хуже, жену до смерти забьешь. Вы, ваше благородие, на меня не смотрите, что я теперь такая. У меня раньше вашего брата мужиков штабелями. Я этих мужиков на своем роду повидала. Он больше, чем волос на вашей голове. И вот, что я вам скажу. Таких молодцев на Москву раз-два и обчелся. Да я вам какую хочешь без всякого наследства сосватаю. Да вас влюбиться-то, влюбиться. Фу, расплюнуть. Говорите, какая полюбилась. Да я же сказал, обе хороши. Не бывает. Бывает. У нас в полку, в Дмитрийск, сразу две сестры влюбились, чуть не подрались за него. Ну, что же вы мне голову-то морочите? Буду сговариваться за младшую. У нее сердце доброе, золотое. Старше-то поинтереснее будет. Старше уж, ну, обручена. А чего же вы меня пытаете? О. Какая из двух, какая из двух? А это для интереса. В моем деле тоже интерес имеется. Я сделаю так, что с Катенькой у вас свидание будет. Вы ей понравитесь. Ну, это ж точно. Вот, Василиса Савишна, извольте. На извозчика, на то, на все. Да нет, ну это много даете. Половину возьму. Ой. Почаще в зеркала-то глядите. У Печкиных-то зеркала хорошие. Преферанс. Игра умственная. Для солидных людей. Бари те любят судьбу испытывать. Любят там всякие фараоны,
тосы. Да, глупые игры. Да и для шулеров раздулье. То ли дело преферанс. Или вист. Тут думать. Думать, думать надо. Ну и... Ну и везение, конечно. Ну-ка посмотрим, что там у нас. Пики. Трефы. Меза. Ну, Прохор Васильевич, везет вам сегодня-то, а? Пас. Пас. Чистый. Как слеза. Ну что, тогда сочтемся. Ну, Прохор Васильевич, вы сегодня около 1000 взяли, да? Может, и побольше. Да, как в народе говорят, не везет в карты, повезет в любви. И наоборот, вот мне в карты не везет, зато в любви полный ажур. Правда, Лукерь, а? Маленький неказистый, а какую кралю прихватила. Кривое дерево в корень растет, верно, Лукерья? Что ты сегодня задумчивая какая-то, а? Может, за венцом поставить? Как вы насчет венца, Прохор Васильевич, а? Я благодарю, я, пожалуй, спать пойду. Не-не-не, сначала сочтемся. С меня, значит, 643 рубля. Лукерья 280, итого будет 923 рубля. Да мне не к спеху. Вы потом нет, отдадите. Нет. Да потом отдадите. Нет, Прохор Васильевич, нет. Нет, сочтемся. Карточный долг – это святое дело. Святое дело. 1923. Приказчик мой Трифон 3 дня назад исчез, с тех пор так и не вернулся. А мне и ехать пора. Зажился я у вас. А что же вам у нас что, не нравится, а? Лукерья, ты что за гостем не смотришь, а? Смотри у меня. Да мне у вас очень нравится, но ехать все же надо. А Трифона вот все нет. Ты моего Аполлинария тоже нет. Ну гуляю. Я же говорил, места здешние, ох, заманчивые. Особенно там насчет женского пола-то. Что ты? Мамзели здешние такие премудрости показывают, что ты в страшном сне не приснится. Ты чё кривишься-то, а? Точно чистоплюйка какая. Смотри, я тебя в раз на всю жизнь кривой сделаю. У меня рука тяжелая. Ты все можешь, я знаю. А знаешь, так и не кривись. Точно благородный. Аполлинарий человек прислал. Говорит, у Прохора с собой капитал большой. 150 тысяч. Любишь ты в чужих карманах деньги считать? Не считал бы, в своем кармане ничего не было бы. 150 тысяч. Да. Да за такие деньги на что только люди идут.
А, верно? Какое тебе дело до его денег? У тебя своих вон сколько. Своих много не бывает. Свои-то они потом и кровью достаются. Ну вот скажи ты мне, ну зачем ему вот столько денег-то? Или украдут, или он в карты проиграет, или он такая уж шалава выманит. Рахом пойдет. Разве нет? Не такой он человек. Он свой долг понимает. И как он тебе глянулся, а? Ты чего глаза-то воротишь? Точно, глянулся. А что? Он красивый, сильный, не то что я. Поздно пойду. Да нет. Ты уж посиди, посиди. Мне с тобой об важном деле поговорить надо. А ну-ка сядь. Красивая ты баба, Лукерья. Я вашей сестры повидал. И одному султану не приснится. А ни одна из них против тебя не устоит. И то, что не любишь меня, может сказать, даже ненавидишь, очень мне даже нравится. Вот обнимаю тебя. Ты вся дрожишь от брезгливости. А я тебе от этого еще больше желаю. Вот такой я человек. Гад ты ползучий, а не человек. А чего ж ты со мной каждую ночь в постели ложишься? А? На каторгу не хочу. А то давно бы тебя бритвой по горлу. Ну-ка, постой. А хочешь, я тебе скляночку дам, а? Нальешь в бутылку вина, я 3 дня животом промучаюсь и все. Прикажу долго жить. На, возьми. Врешь, проверяешь меня? Ей-богу, верное средство. Значит, противоядие знаешь. Ах, умная ты баба, Лакирия. Верно? Знаю. Не-не-не. Ты скляночку-то оставь, она тебе в скорости пригодится. На тот свет меня спроводить решил. Ну что ты, Лукерьюшка, как же я без тебя смогу? Меня кроме как тебе ни к одной бабе не повлечет, да ты сама это знаешь. Гостя нашего, Прохора Васильевича. Попочий этим зелень-то, а? Ну зачем такому капиталу пропадать? А я тебе за это 50 тысяч подарю. Шуточки у тебя, Илюшка, страшные. Ну, какие шуточки? Сходи к нему с бутылочкой. Ты, видать, ему глянулась. Зайдешь после полуночи. Тот да сё, тары-бары, на жизнь со мной пожалуйся. Ну, не мне тебя учить. Погляди у меня. До конца не иди. Как ты, Илюшка, хочешь его моими руками жизни лишить, чтобы в случае чего чистым остаться, а меня в каторгу, мразь? Ну, что ты, ну, какая каторга? Немного животом помучается, я лучших докторов приглашу. Скончается от неизвестной желудочной болезни. Никто ничего не подумает. А? Кончим этот разговор. Вот ты как. Ну, смотри, Лукерья. В подвале тебя запру. С
Сразу смерть тебе не обещаю. Месяц-два помучаю. Ты меня знаешь. И никто тебе не поможет. А сделаешь, что прошу, 50 тысяч. И ступай на все четыре стороны. Врешь? Не вру. Сама ж не уйдешь. Привыкла уж к моим мерзостям-то. Какая ж ты, Илюшка, тварь. Ты чем-то взволнована? Не скрой, маман. Я слышала, что человек, который обедал у нас давеча, был приглашен в наш дом не зря. Кажется, папа желает продать ему дорожную коляску. Или что-то там еще. Как раз я знаю, что дело вовсе не в коляске. Ему хотят продать что-то еще. Какой странный тон, Соломей. Что тебя беспокоит? Вы правы, мама. Я точно знаю, что этот солдафон был приглашен в наш дом для смотрин. Что вы с папа имеете на него виды? Какие виды? Что ты говоришь? Я знаю, наверное, что его просят Катеньки в женихи. Кто тебе сказал? Неважно. Нет, это важно. Ты собираешь слухи в людской, ты слушаешь их разговор. Это совершенно недопустимо. Сколько раз тебе говорить? Ну что же делать, если родители от нас все скрывают? Позволь, милая, мне самой решать, что я должна говорить, а что не должна. Хорошо. Все же я хотела бы знать, это правда? Еще ничего не решено. Катенька должна поближе познакомиться с Федором Петровичем. Если он ей не понравится, я никогда не пойду против ее воли. Вы отлично знаете, мама, что Катенька сделает то, что прикажете ей вы с папа. Потому что она хорошая дочь. В отличие от меня. Я этого не сказала. Но подумали. Вы видели руки этого человека? Эти мужицкие руки. Вы представляете себе, как он этими руками будет ласкать нашу Катеньку? Да у меня от одного этого мороз по коже. А потом он уведет ее в свое имение и будет там над ней беззащитной куражиться. Да я лучше умру, чем допущу до этого. А мне он показался человеком с душой, весьма обходительным. Я предупредила, этому браку не бывать. Не слишком ли ты много на себя берешь? Почему ты решила, что ты одна любишь Катеньку? Уж поверь, я не меньше тебя ее люблю. Потом позволь себе заметить, что образованность и светский лоск еще не гарантируют наличие в человеке доброй души. Я умоляю вас, пощадите Катеньку. Ступай, у меня голова болит. Слушаюсь, маменька. Андрей. Его сиятельство изволили прибыть. Скажи, что я больна. Ты что, оглохла? Ступай. Их сиятельство просит принять. Я же сказала, я больна. Ничего не хотят слышать. Изволили даже палкой. Очень обеспокоены.
Подай плед. Зови. Что с вами, сокровище мое? Спрашиваю людей, никто ничего не говорит. Матушка ваша тоже не принимает. Мне не нравится, как вы выглядите. За доктором посылали? Какое варварство. Сейчас в Москве объявился доктор, светило 200 рублей за визит. Княгиню Потоцкую Ольгу Станиславовну вытащил с того света. Немедленно послать за доктором. Не тратьте деньги. Вас что-то угнетает, дитя мое. Вы чем-то огорчены? Немедленно расскажите мне все. Выскажитесь, и полегчает, уверяю вас. Я очень беспокоюсь за Катеньку. За Катеньку? А что с нею? Я только вчера видел ее. Веселая, здоровая, напевала что-то. Ее хотят выдать замуж. По-моему, время ее подошло. Ей 17 лет, насколько мне известно. Вы не видели ее суженого? Отставной уланский штаб-ротмистр. Ничего в своей жизни, кроме лошадей, и солдат не видел. В театре ни разу не был. Книжки в руках не держал. Совершеннейшее животное. Ну зачем же ваши родители? Богат. Наследство получил. Но по всему видно игрок. И наследство проиграет, да и Катеньку в придачу. Да. Сколько же ему лет? Не знаю. Лет 35. Да. Не скоро перед Богом явится. Я намерена не допустить этого брака. Но как? Есть кое-какие мысли. Расскажите. Я буду вам помощником. О, нет. В этом деле помощники не нужны. Я все сделаю сама. Бог меня простит. Что вы задумали? В свое время вы все узнаете. Вы помните, что 20-го в моем новом доме бал. Бал. В честь нашего венчания и ваших именин. Бал. 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 До 20-го еще очень далеко. Я уже напечатал билеты. Бог меня простит. Это было в те года, от которых не осталось и следа. Это было в той стране, о которой не загрезишь ни во сне, о которой не загрезишь и во сне.
придумал это, глядя на твои косы кольца огневеющей змеи, на твои зеленоватые глаза, как персидская больная бирюза, как персидская больная бирюза. Может быть, тот лес душа твоя, может быть, тот лес любовь моя, или может быть, когда умрем, мы в тот лес направимся вдвоем, мы в тот лес направимся вдвоем.